Дорогие соотечественники, на дворе осень, золотые листья, красота. Год начинает приближаться к своему завершению. Каждый год богат событием. И вот иногда говорят, вот народная мудрость говорит, что цыплят по осени считают. И вот приезд нашего южного соседа, президента Турции Эрдогана, мы можем считать одним из таких событий, которые показывают, какие цыплята по осени у нас появились. Народы часто конфликтуют, воюют в течение очень многих столетий. Но при всем этом люди, лучшие представители этих народов, сотрудничают друг с другом. Вот одним из таких сотрудников между нашими двумя народами, человек, который приобрел мировую славу своим исследованием истории османов, то есть Турецкой империи, турецкой музыки и многого чего другого, что вызывало восхищение таких титанов эпохи Просвещения, как Вольтер, Монтескье и другие, был Дмитрий Кантемир. Считайте, что он в свою бытность молодым человеком, находясь как бы в заложниках, он тем не менее общался там с лучшими представителями турецкой культуры и дипломатии, западноевропейскими послами. Это был удивительный человек. И в наше время, я считаю, вот слепок такой, на мой взгляд, Дмитрия Кантемира, он сидит сейчас передо мной, Виктор Сверкун, человек, который исследовал, как никто другой, историю Османской империи, нашей страны, роясь в турецких архивах. Это Виктор Сверкун, профессор и дипломат. Приветствую. Что мы можем сказать? Все мы знаем, что вот эта эпоха войн, значит, попыток Османской империи покорить, аж до Вены дошли войска, Будапешт взяли и многое чего другое. Мы попали, так сказать, в зону их, скажем, суверенитета. Вот. Можно ли сказать, что вот в истории надо все смотреть вот так только по-черному? Вот они там завоеватели такие. Или же мудрость народная, она всегда превыше, скажем так, умов властителей. И народы всегда находят способы, как поучиться друг у друга, помочь друг другу. Ты совершенно прав, что история не представляется только двумя цветами, черным и белым. Она настолько много хромотична, настолько много цветная, что здесь рядом со счастьем уживается несчастье, рядом с победами поражение. То же самое относится и к отношениям нашей страны, цара Молдовии, с Османской империей и с Турцией в настоящее время. Можно говорить о периодах упадка, можно говорить о периодах подъема. Когда речь шла о 14-15 столетии, тогда мы можем говорить о том, что идет процесс расширения территориального, и не только территориального, Османской империи, и на пространстве Азии, и на пространстве Европы. И тогда, к концу уже 15-го столетия, наша страна, я имею в виду цара Молдовии, стала перед порогом потери своей независимости. Сколько бы усилий ни предпринимал Штефан Чалмари, Штефан Великий, для того, чтобы защитить, для того, чтобы обезопасить свою страну, все-таки в конце концов ему вынужден был прийти к
компромиссу. К определенному компромиссу, к решению очень сложному для него. Ведь он завещал своим потомкам, чтобы они приняли достаточно кардинальное решение и подписали, заключили с Османской империей договор о вассалитете. Что это означало по сравнению с другими государствами, с другими странами, допустим, Болгария или Сербия, полностью, или та же самая Венгрия, они полностью потеряли свой суверенитет. Даже Венгрия воинственная в свое совершенно время, верно. Сильная держава. По сравнению с этими странами и Валахия, и Молдова сохранили определенные элементы своего суверенитета или независимости, можно говорить. Это касается и администрации своей, это касается и сохранения определенных войск. Но на течение многих десятилетий и духовной сферы. Само собой. Но духовную будем, это очень важно. Это особый, особый и очень важный. Элемент. И вот эта толерантность Турецкой империи меня поражала. Евреи, гонимые в Испании Изабеллой католической и Арагонским, да? Они где нашли свой приют? В Стамбуле? На территории, значит, Турецкой империи. Да, десятки империи. Тысяч евреев, да, переселились. Они просто спаслись, сефарды. Да, и они, так сказать, поселились в Смирне, нынешний Измаил. Да. А потом, когда их погромы во время разных чум, разных, когда обвиняли, что вот по их вине чума, по их другие вот эти, опять же, куда бежали? В Османскую империю. То есть как-то вот... Не только о них можем говорить. Мы можем говорить... Сколько религий было на территории? Платили 10% определенные налоги. Да и не и все платили. Кого и не все угодно. Платили. И не все платили. Не все платили. Конечно. Относительно того, что то кого принимали. Это очень важный момент в культуре генезе. Относительно того, кого принимали, как принимали, какие условия создавали. Я хочу сказать, что в значительной степени те, кто руководил Османской империей на протяжении ряда столетий, не говорим о десятилетиях, ряда столетий, были достаточно подготовленные, мудрые и, самое главное, дальновидные политики. И образованные. По это тем временам. Да, все зависит от окружения в значительной степени. Так вот, ты говоришь относительно евреев. Угу. Да, многие спаслись. Особенно сефарды спаслись благодаря Сулейману Великолепному, да? В это время. Но не забывай и другое, что некрасовцы, староверы. Казаки. Не только казаки. Ну, некрасовцы казаками. Но дело в том, что там были и многие староверы. Старообрядцы, которые переселились в Османскую империю, спасаясь от гонений петровского времени. Даже возьмем вот наших старообрядцев в Липоване, это филипповцы. Тогда мы были под турецким суверенитетом, и они спасались на территории Молдовы. Да. У нас очень много липован, села целые. Многие, да, сохранились, многие сохранились, и традиции, обычаи. Ну, Покровка, да. Допустим, старообрядцы. Кунича. Ну, да, да. Кунича. Мы можем продолжить этот список. Это очень важно. Вопрос в другом. Каково отношение было? Вообще, когда мы говорим о взаимоотношениях между государством, между странами, нельзя забывать, что это не только военные конфликты или столкновения между ними. Я памятую, как-то тебе говорил о том, что в одном из научных собраний на конференции, когда освещались вопросы, допустим, русско-турецких отношений, те порядка 550 лет контактов. Так вот, из этих 550 лет только 50 лет были военные. Все остальное — это время мирного существования. То есть, вопреки создающемуся иногда вот впечатлению, на самом деле только... Получается, 10% времени это были жесткие столкновения. Совершенно остальное верно. Была эпоха мира. Контактов, а раз мир, значит, сотрудничество. Да, контактов, да? Торговли, да? Дипломатических обмена, взаимоотношений. Идеями, совершенно людьми. Верно. То же самое относится и к нашей стране. Я хочу сказать, что вопреки многим годам сопротивления, столкновений и так далее, все-таки порядка 300 лет мы сосуществовали вместе. Более того, как я уже сказал ранее, Молдова являлась на особом положении в Османской империи. То есть это не была какая-то рая провинция? Это не просто... Все-таки? Нет,
было раи, государство. Раи были. Это и Бендерская рая, это кусочки Хатинская территории, рая, совершенно но не верно. Вся территория. Но территория Молдовы, она находилась в руководстве молдавских господарей, боярства и так далее, имея определенную администрацию. То есть, будучи вассалами, имели высокую степень самостоятельности. И политической, и экономической. Не полностью, не полностью. Тем не менее. Не полностью. Дело в том, что нельзя забывать некоторые очень интересные детали. Угу. Вот я приведу несколько цифр. В том же 16 столетии, допустим, после смерти Штефана Великого, его преемниками, угу. Выплачивались налоги. Выплачивались налоги пекшиш, бакшиш, да, мукарем и так далее. Так что самое интересное, в течение этого столетия поменялось в Молдове 13 господарей, в Валахии поменялось 17 господарей. То есть чехарда в значительной степени она свято стимулировала... Свято место пусто не бывает. Да, это одно. С другой стороны, я сказал о пекшише, то есть это ежегодная дань, которая mm-hmm. выплачивалась Молдовой Османской империи. В том же 16 столетии, вот во времена, допустим, Петра Рариша, mm-hmm. платили, Молдова платила 20... Сын Стефана, незаконнорожденный, чтобы наши знали. Незаконнорожденный сын. Что значит незаконнорожденный? Сын или не сын? Сын. Сын. Сын, но тем не менее незаконнорожденный. Так вот, тогда Молдова платила порядка 20 тысяч талеров золотом. Угу. А вот к концу 16-го столетия платила уже 80 тысяч. Ставки повысились. Так что, когда говорим об суверенитете скажем и так, независимости, относительном, да, вот, даже относительном. Зависимость была очень сильная. И не случайно уже в 17-м столетии мы сегодня говорим об исходе, о миграции mm-hmm. населения, об депопуляции Республики Молдова. Тогда было так вот процесс же такой же был в 17-м столетии в Молдове. То есть я понял так. Сейчас нас тогда благодетельствовали османы, сейчас нас Запад облагодетельствовал. Я смотрю, бегут не хуже, чем при османах. Ну да, находят спасение. И, кстати, мне что нравится, слово «бакшиш». Вот сколько столетий прошло, а коррупция, основанная на идее бакшиша, осталась. На подарках, на дачах, это совершенно верно. Поразительно. С того времени. Так я хочу сказать, что именно в то время заложилась основа приобретения, покупания должностей. Как сейчас? Ну, сейчас я не могу сказать. Как нет? Ну, вот поставили кого-то кадием, муфтием, допустим, у них в империи, а у нас, допустим, судью какого-то, ворника, надо отрабатывать, разница, парень. Нет, разница большая. Тебя поставили, большая. Давай, разница копейку. Разница очень дали. Большая, Виктор. Я хочу сказать, в чем разница. Дело в том, что, допустим, в Молдове там в то время... Там можно списать на турок было, нет, нет, а здесь нет. На кого? Вот в Молдове в то время, да и не только в то время, и позднее гораздо, из низов невозможно было достигнуть высших руководящих чинов mm-hmm. или должностей. Mm-hmm. Абсолютно. Социальный а в Турции, лифт не а в Турции это было. То есть из низов он мог достичь... Из рабов даже бывших выходили, да? Были, да. Допустим, те же самые бывшие янычары, пленники сербы. Да. Они достигли, да. Некоторые из них, должностей великих визиров. То есть у них все-таки социальный лифт работал от низу совершенно до верху. Верно, совершенно верно. Можно сказать, что в то время чего у нас? Османская империя была наиболее демократичной страной по сравнению с другими странами. Великолепный вывод. Да. Я с тобой вот. Абсолютно согласен. Вот. И когда мы говорим, кстати, о бакшише. Дело в том, что в меньшей степени покупалась должность в Османской империи, внутри Османской uh-huh. империи, uh-huh. нежели это было на периферии. Uh-huh. Вот, я хочу сказать, что я упомянул этот термин «мукарен», uh-huh. а это значит бы подтверждение. Uh-huh. То есть для того, чтобы ты получил должность, допустим, uh-huh. господаря в Молдове, нужно ты должен было подтвердить. Да, изначально это было 3 года, а uh-huh. потом это было каждый год. Uh-huh. Ну, естественно, что это... Ну, 3 года не посмотрели, что долго ждать. Давай каждый год подтверждение. Ну, да. Богато жить не запретишь. Ага. Да, так что подобного внутри Османской империи этого не было. Ага. А на периферии это было. Это позволялось. Было. И тем не менее, я хочу сказать, что когда мы обращаем внимание на связи, контакты, существовавшие между
Молдовой и Османской империи, на бытовом даже уровне, угу. мы можем говорить об огромном количестве смешений. Допустим, угу. Совсем недавно прочел книгу Эдмонда Суцу, вот, угу. двухтомник. Это словарь турецких слов в румынском языке. Ага. Так вот, он насчитал более не просто тысячи... тюркских, а именно турецких. Нет, он назвал турецких. Угу. Вот в этом и ошибка его. Потому что есть назвал... еще от куманов, от половцев. Совершенно да. речь идет и о крымских татарах, есть и о буджакских татарах. Так что мы говорим о тюркском присутствии да, в нашем языке. Угу. Понимаете? И вот да, 1300 слов. 1300 слов, и которые сохранились. Да. Камаша, Калдырым, там масса слов. Масса, Таван, Тушак, да, Бичак, да. И никто чешмя. Даже не задумывается об этом. У нас столько же, только даже наши слова. Да, а да, вот да очень много интересного. Но я еще раз очень говорю, интересно. Нельзя забывать то, что влияние, это было не только турецкое, но и татарское влияние. Да. По сегодняшний еще день, один тюркский да, народ. По сегодняшний день очень многие, допустим, названия, села, особенно а на юге. А фамилия татару, насколько популярна? Да, очень часто встречается. Да, да. Есть и такое. Есть. Но я хотел другое сказать, допустим, кстати, казаку, топонимики. Если мы возьмем казаку, это же они происходят, их социальная структура от половцев. Правда, туда потом бежали в это. Но слова хатар, хутор. Да, да, но если говорить об именах... А да, это как раз татарское, куманы, татары. Говорить это... об именах собственных, угу. допустим, угу. Ты упомянул тот же татару. Ага. Казаку. Казаку, можно назвать их хинцарь или гунцарь, да? Это, допустим, да? гусар, ага. которые ага. поселились здесь. И, ага. Откуда слово само пошло? Тюркское? Нет, абсолютно нет. нет. А какое? Это латинское, от курсор, быстро гусар, передвигающийся. Курсор, да. Понял. Да. Ага. Так что кто-то считает, что это венгерского происхождения, нет, это не ага. венгерского. Но тогда такие слова, как атаман, хатман, гетман, хатман, да. это точно тюркское? Да, совершенно верно. Правильно. Да. Ага. Так что очень, Есаул, да, очень много мы можем найти, допустим, и в языке, но то же самое и в одежде можно найти камаша, элементы. Не только камаша название. Я хочу сказать, и в предметах быта. Угу, угу. Тоже много можно найти. А чорба возьмем. Чорба? Да. Это же шурпа, чорба, чорба. Нет, до сегодняшнего дня да? существует да? это... Молдавская чорба. Это термин это чорба. Тюрский, да? Чорба, доматес чорбасы, меджмек чорбасы в турецком языке. И не только вот в языке, но в кухне. Я люблю именно эту чорбу. Я ее называю чорбаши. Для меня это как бы глава всех чорб. Чорбаджи. Чорбаджи, да. Чорбаджи это тот, который делал. Да, и разливал. Много интересного, много интересного. Я хочу сказать, что особенно сейчас, вот после того, как мы приобрели независимость вот, и стали более тесные контакты. И порой не знаем, что с ней делать, как бы, да? Это другой вопрос. Растерялись, это не все. Это другой не вопрос. Все, ну. Я хочу сказать, что вот после того, как мы приобрели независимость, как расширился круг нашего общения, контактов, это особенно хорошо. После того, как были подписаны договора и базовые договора, между Республикой Молдова и соседями, в том числе с Республикой Турции. Кстати, в будущем году будет ровно 25 лет, когда базовый договор о дружбе и сотрудничестве... А вот тогда молодцы, и с Китаем тогда подписали, и с турками. Много я хочу с Китаем хороших... немножко попозже, а вот с турками одними из первых мы подписали. Не намного позже. Могу сказать, что я как раз с моими коллегами... Мой отец еще ездил туда, я помню, на подписание. Да, не там, он здесь подписан. Он ездил... А Киева ты имеешь в виду? В Пекин! Поехали со Снегуром во главе, подписали. Мы сразу мосты как-то быстренько перебрасываем. Быстренько, Китай, Турция. Почему? Это Восток. Совершенно верно, но все-таки разный Восток. Очень разный Восток. Очень я в Пекин всегда летал сугубо через Стамбул. Да. Да, ну это хороший connection point. Да, так такой, что... то, скажем так, это я летел как бы по шелковому пути, типа. Да, совершенно это. Именно вдоль шелкового да, пути ты летел. Только да, только поверху. По... И шелк не продают. Увы. Наверху, да. Поэтому я о чем говорил? О том, что вот начало 90-х годов, это вот...
очень быстрый, какой-то бурный расцвет mm-hmm. контактов и взаимодействия между нами и, и Республикой Турции. Тогда нашему взору открылись не только возможности экономические, финансовые возможности Республики Турции, но все богатство историческое, цивилизационное. Я неоднократно говорил, что мы не до конца осознали значение вот этого культурного слоя, цивилизационного слоя вот об этом Турции, мы и говорим где сейчас. Сосредоточено как минимум 6 мировых цивилизаций. Вот так. Как минимум 6. Вот так. И вот что самое главное... Перечисли хотя бы некоторые из них, наиболее. Начинаем с того, что Междуречье, это так. Междуречье Тигра и Евфрата, да. где Эдем был, по библейскому преданию, это рай. Как раз Шумер, культура. Шумер, да, Акад, Урарту, Ассирийское царство, Вабилонское царство. Все? Очень много-много там находится, понимаешь? Это вот одна сторона, Греция с другой стороны. Византия. Греция. Подожди, а там еще метанийцы, персы, там хурриты. Ну, это восток, по сути дела, нынешней Турции. Да, тем не менее, это Турции. Турецкой Но каждая империи из них, было. Виктор, самое главное, что каждая из них, из этих оставил след. И что самое ценное для нас, я имею в виду для нас, всех людей, живущих на земле, мы имеем возможность соприкоснуться, потрогать. Остатки этой ощутить. Цивилизации. Троя где? Там? Там. Вот я стоял на развалинах Троя. Именно... Там мало что сохранилось. Понимаешь, дело не в том, что сохранилось. И вот у меня такое впечатление, что Земля имеет какое-то особое какое-то магическое свойство. Вот ты стоишь на этих камнях, да? И все равно где-то тут Ахилл стоял, Аякс, где-то Гектор, где-то... То есть вот такое же, боги летали, то есть вот свойства человеческие, хотя я сам физик, математик, логик, какая мистика, а душа чувствует какое-то место, и это на территории Виктор, Турции. Виктор, ты говоришь относительно логики. Посмотри, я говорю огромный, насчет души. Я еще раз говорю, насчет логики, да не только, и души. Ведь значительная часть различных философских школ, античности родились. Были здесь, в Передней Азии. Да? Понимаешь, это очень важно. Кстати, откуда грекам перешли вот эти 360, кстати, градусов? Мы перед передачей смеялись, как один из аграриев сказал 380. Ага. Но вот эта система 60-речная и 360. И почему, кстати, но это от, число... Не от них, это от арабов перешло в значительной степени, через турков. Не-не, от арабов к нам пришла десятичная система исчисления. А я, когда исследовал, мне интересно стало, откуда, я же говорю, математик, меня системы интересовали не только вот десятичная, которая через арабов, антиндусов. Оказалось, что 60-речная система исчисления, в которой особые числа, это 12, 24, значит, 72, 60, 360. Ведь это очень удобные для расчетов числа. И в первую очередь для сельского хозяйства. Да, и пришло и это, астрономии. И пришло, и, кстати, все знаки зодиака тоже из этих мест, из Передней Азии пришли в Грецию. Но вот я хотел... мы, кузоди, эмблемы, да. это Но я хотел дополнить тому, оттуда, что ты сказал, Виктор. Земель. О том, что это же является меккой, по сути дела, не только античного мира, понимаете? Это и для нас, для православных, потому что там огромное количество мест, связанных с Айя София, Святая София. Совершенно это верно. Самый великий храм православного мира, и никто этого отрицать не может. Совершенно верно. Гора Афон. Но я хочу сказать, что гора Афон все-таки... Не, она была под ними, да. под византийцами, потом под турками. Ну, я хочу сказать, а что сейчас под греками. Там было огромное количество, допустим, святынь, которые находились на территории Османской империи, этой святыни и араб, и мусульманского мира, и иудейского мира, и христианского мира. Понимаешь? Вот. Я хотел сказать удивительная земля. О том, что это родина рождения, допустим, того же святого Николая. Да. Вот, да. Демре, или да. Мирилийский, как мы называем. Святой Николай Денкуй, хранитель семьи, образования, воспитания. Это оттуда. Эфес и все эти местности. Эфес несколько
выше несколько, севернее. Mm-hmm. Это было удивительное государство. Это действительно государство. Кстати, об Эфесе тоже оттуда, тоже интересная история. Я хочу тебе сказать, что то, о чем ты упоминаешь, по сути дела, дополняет то, что насколько богата эта страна. Так вот, я пытаюсь все время как бы добавить, чтобы наши дорогие телезрители понимали, что это не только общие слова, что пересечение цивилизаций. Это пересечение цивилизаций, культур, различных государств, историй. Это земля Турции и земля, скажем, империи. Ты очень здорово сказал. Там происходила седиментация. Каждая культура оставляла след. Каждая цивилизация оставляла след. Причем след мирового значения. И то, что мы, молдаване, имели тогда возможность приобщаться к этой духовности, и от Византии, через Византию, потом через Османскую, это... То есть нельзя говорить о Турции, что вот Турция — это только этнические тюрки. Нет. Там, если я вот смотрю на турок, одни голубоглазые, как у нас, молдаване, мы же другие такие. Почему? Потому что это целый конгломерат народов. Смешение, да. Конечно, это нельзя, богатство. Нельзя забывать и другого очень важного элемента. На протяжении многих столетий ведь турки потребляли, так сказать, рынок рабов. Янычары, откуда шли? Ну, не только янычары, это дань крови называется. Ну, из славянских стран. Только из славянских. А девушки? Так, только из славянских. А какие вояки, рубаки были? Так, дело в том, что их начиная с 5-летнего возраста, и воспитывали в турецких семьях. Роксолана одна чего стоила, хурем. Ого, я тебе хочу сказать, что девушки, женщины, о которых ты говоришь, это как раз тоже дань крови, потому что были колоссальнейшие набеги, и не столько турков, я хочу сказать тебе, сколько татар. Которые не только торговали, они в Бахчисарае сделали самый крупный рынок в Европе рабов. Понимаешь? Так что оттуда уже... Но благодаря социальному лифту, о котором ты вот недавно подчеркнул, многие из этих рабынь, вот хурем, султанша и стала, жена Салимана Великолепного, любимейшая, значит, если мы возьмем из многих визирей, пашей, они прошли через эти невольничьи рынки, через янычар, через гарем, и поднялись до самых высот. Вот это удивительное свойство Османской империи, социальный лифт. Да, но я хочу сказать, что это... Спасибо, что ты подчеркнул далеко это. Не все, которые... Для меня это очень важно, да. Я стал понимать больше. Далеко не все, которые прошли через невольничий рынок, конечно, вот, но это надо принимать во внимание. Но шанс этот был. Момент. Есть еще один очень важный момент, на который стоит обратить внимание. Ты упомянул насчет роли и значения женщины. Я тебе хочу сказать, что и в прошлом, и в настоящее время роль женщины очень сильно. Я тебе хочу сказать, что... За внешней подчиненностью реальная власть женщины в Турции повыше еще, чем в других странах. Реальным хозяином в семье является женщина. При всем внешнем подчинении, как бы. Да, ну это внешнее. И еще один очень важный момент. Это то, что нам стоит поучиться у них. Ребенок является Богом. И отношение к детям. Как у японцев, понимаешь, и у китайцев. Это очень важный элемент. То есть ему много позволяется, прощается. Но до определенного возраста. Да. А потом уже начинается другое воспитание. Но тем не менее, вот он растет как-то в среде свободы. Угу. Это очень важный момент. Это духовный рост. С детства он впитывает вот это чувство свободы. Это... А потом ответственность. Совершенно верно. Угу. Совершенно верно. Потому что свобода без ответственности — это... Ну тогда безответственность получается. Да. Это не свобода. Да. Вот. Таким образом, надо смотреть на очень многие составляющие вещи. Чему поучиться. Совершенно верно. Кроме того, нельзя забывать, и это, по-моему, является исключением для евразийского пространства в настоящее время — Республика Турция. В чем она заключается? В динамичности развития. Да, вот темпы поражают. Я тебе хочу сказать, что динамичность в первую очередь проистекает от демографической составляющей. Я помню, в 1997 году, когда был еще в
посольстве нашем. Скажи, пожалуйста, с какого по какой год ты был послом в Анкаре? 2001-2005 год. 2001-2005. Да. Ну, до этого потому времени... что я помню, я был, значит, у меня получалось 2002-2006, и мы с тобой 3 года перекрывались. Я, когда летел через Стамбул, утром самолет Turkish Airlines прилетал в Стамбул, и поздно вечером летел на другой на Пекин. Да, да. И я помню, что ты там из Анкары звонил каким-то знакомым туркам, и они помогали там какие-то экскурсии. Это тоже одна из очень важных огромное черт. Огромное тебе спасибо за это. Одна из, это спасибо не мне, это спасибо нашим друзьям. Которые откликались на твои совершенно просьбы. Верно. Это тоже одна из черт турецкого народа. Люди. Одна из черт турецкого народа. Это доброжелательность. Это желание прийти на помощь. Обязательность по отношению к друзьям. И определенная дисциплина. И этому учиться надо. И этому надо учиться. Но я начал тебе говорить о том, что как развивается динамично Республика Турция. В 97-м году... Благодаря ты говоришь именно вот многонациональной компоненте, я так понял, да? Там во многом. Много менталитет факторов. Там особый. Много факторов. Но один из факторов, я еще раз тебе говорю, это фактор рождаемости и занятости. Дело в том, что в 97 году была общая перепись населения, и тогда общее количество составило порядка 50 миллионов. В 97 году. Сегодня мы говорим, вот так. Прошло 20 лет, о 80 с чем-то миллионов. Представь себе, то есть насколько у нас, увеличилось... У нас депопуляция, а там рост. А вот, там, кстати, критерий эффективного руководства. Самый простой, демографический. Это редко. Да, это одна сторона. Но и другой очень важный момент. Посмотри, они сколь оперативно и эффективно начали использовать рынки. И как собственный рынок, так и зарубежный рынок. По-моему, от развала Советского Союза в первую очередь выиграла Республика Турция. Да. И получив помнишь, потоки долларов пошли. И вначале кожаные куртки. Там это, понимаешь, а рынки потом сбыта. Пошло, и сейчас где отдыхает Россия, и не только Россия, там и Молдова, Анталия и прочее. Как они быстро поняли, что там надо строить, развивать туризм, это, что это огромный бизнес. Понимаешь, Виктор, когда ты говоришь о развитии туризма, надо понимать, внимание, это еще, экономика. Еще очень, это само собой, что экономика. Еще какая? Но один очень важный элемент. Развитием, или лучше сказать, истоком успешного развития экономики является его артерии. Артерии – это дороги. Очень хорошая и очень развитая сеть дорог. Помнишь, воры, дураки и дороги. Так вот, дороги действительно великолепны, и это позволяет сделать Турцию одной из транзитных стран. Это тоже в значительной степени приносит доход в экономику страны, в бюджет страны. Другой очень важный момент, на который следует обратить внимание. Ведь туризм, он развивается во многих странах. И в нашей стране пытается развивать туризм. Но вопрос заключается в том, что не только достаточно создать инфраструктуру, надо воспитать человека, который предлагает эти услуги. Я тебе хочу сказать, что сервис, допустим, Турции не сравнить ни с каким другим сервисом в других европейских странах. То есть они делают все возможное, чтобы человек, приехавший раз туда, и хотел, вновь вернуться. Хотел вернуться. Да. Понимаешь? Вот это а для этого душу вложить надо? Для этого необходимо и воспитание, и поведение. И в общем, душу вложить. То, что делается без души, оно обречено мертвое. На провал. Конечно, понимаешь? Так что у нас есть много чему поучиться. У нас... Я вот один очень важный момент тебе хочу отметить. Мы постоянно говорим, что мы одна из работящих и трудолюбивых стран. И народ-то очень трудолюбивый. Но когда мы ставим на весы трудолюбие нашего народа и трудолюбие другого, в том числе турецкого, мы в значительной степени проигрываем. Вот конкретный пример. Если по-честному, по большому счету. Это с болью я говорю. Да, потому, что, по-честному. Потому что сталкиваешься ежедневно с этим. Да. У нас, когда праздники, понимаешь, у нас все не работают. Не работают 3-4 дня, неделю могут не работать. Там, в частном секторе, праздник отмечается один день. Все остальные дни работают. И вкалывают с утра до вечера. Понимаешь?
Вот в этом проявляется трудолюбие. Отсюда как раз и результат, насколько динамично развивается страна. Она имеет свои проблемы, сталкивается в последнее время со множеством... Но эта черта очень важна. Но элемент, который позволяет Турции держаться на плаву, решать различные вопросы, это как раз народ трудолюбивый, очень щедрый и ответственный. Совершенно верно. И ответственный. Я вот дам это самое простой пример. Вот я сейчас из Бутучен приехал, ну и там надо было собрать виноград. Ну, я обратился к одному, к другому. Ну, смотрю, мужички так более-менее свободные. Ну, кто остался? В основном люди на заработки уехали, кто там. Ну, есть и там люди. Одному предложил. Очень приличную по бутученским меркам сумму. Другому. Говорю, мы стрижек штеймогильником, и никак собираем. Виктор Иванович, тудым-сюдым. Я говорю, мы все равно ж без дела сидишь. Давай, я не только тебя, я тебе выставлю и полям. Все будет хорошо, возьми друга. Ну, что делать? Приехал ко мне один мой старый друг Саша Бордиян. Мы вечером с ним 70% собрали в воскресенье. Собрали, чтобы виноград не пропал. Он уехал, я на следующее утро добрал 30, цингурлан кисад, все сам сделал. И так сказать. И вот я подумал, если бы мы находились, вот я хорошо как бы Китай знаю, китайцы мигом, в одну секунду собрались, все бы там пособирали, все бы сделали, доложили, и все было готово. Вот как-то эта раскачка на труд, или в нашей традиции считается, что трудиться это дело холопа, аргации, что это как бы не украшает человека. Нет ли вот тут вот этого отношения от несвободы столетий, что труд это... Это для быдла, как бы, труд, как это же очень неправильно. Трудом облагораживать человека. Вот протестантская этика. Можно сказать, что протестантская этика, которую Макс Вебер написал, что она подняла капитализм, и это правда, где-то она... Она способствовала, но не она подняла. Понятно, но был мотор, уважение, труд... Это служение Господу. Но разве это только протестантская служба этики? И я хочу спросить, это православие тоже? У турок есть вот такое, что труд – это служение Всевышнему? Как да, само собой. Но я хочу сказать, что вот это во всех. И в православии тоже есть. Но вопрос в другом. Вопрос в другом. Насколько... Работа дурака любит, ты тыры-мыры. Нет, вопрос в другом. Насколько традиция и насколько знание... разняться между собой, понимаешь? Вот знать – это одно, соблюдать традицию – это конечно другое. Так вот, дело в том, что когда мы говорим о трудолюбии нашего народа, так, я хочу сказать, что этот элемент есть, он в значительной степени присутствует. Вопрос в другом, что он за последние десятилетия размылся. И дискредитирован потому что здесь, допустим, когда мы говорим о нашей стране, перспективы твоего труда, не видно было, они, к великому сожалению, размыты. Когда он идет за рубеж и вкалывает... Это там, он конкретно видит. Да, он вкалывает, я хочу сказать, гораздо больше и гораздо сильнее, нежели тут. Но он имеет два обстоятельства. С одной стороны, возможность заработать и обеспечить свою семью. И есть второй элемент. Это так называемая перспектива. Да, человек все делает на перспективу. Он совершенно живет в будущем. Совершенно верно. Это так верно. Так что. То есть ты считаешь, что в турецкой культуре, в турецком менталитете, вот заложено вот этими, как ты говорил, многими цивилизациями, седиментация вот всей этой общей культуры, то есть заложено вот это уважение к труду и перспективность, то, что если ты будешь... Что такое труд? Вот посмотри, в молдавском языке я впервые встретился... Зашияка сосынди тому, осында. И я говорю, как ты, какой глагол использовал? А он говорит, да пошел оно, язык осында. Осында – это осуждение. Это как бы ты, как бы, ому сосындит. И я думаю, сколько поколений надо было унижать этот народ, чтобы для него труд стал не праздником, а осындой. Вот ведь,
Ведь не свобода, это и у русских людей, и бывших крепостных, до сих пор наблюдается. То есть века унижения и несвободы, иногда вот эти изначальные в людях традицию начинают, как и сейчас мы видим. А что, говорит, работает? Да, за эти копейки, могильный обед, там тыры-мыры, как-нибудь перемыть. Или уеду к черту. Ну, я тебе хочу согласись, сказать, уехать можно, что вот но... это страшное дело, вымывание в людях, желание трудиться, работать. Почему? Они не видят перспективы. Совершенно верно. Для себя и своих детей. Когда мы говорим... Вот, понимаешь, мы же сегодня с тобой обсуждаем, по сути дела, о психотипах. Угу. Вот. Молдавский, турецкий. И для нас очень важно в связи с приездом Эрдогана все-таки вот такой момент, чтобы еще раз нашим телезрителям сказать о том, что Турция для нас это не только там исконный враг, там исконный, это скорее для нас партнер, очень древний, и взаимный обмен культурой, многими другими вещами, он был неизбежен, и он оставил большой след в наших душах. Понимаешь, вот этот термин «друг», «враг», он достаточно размытый. Он неправильный, размытый, они какие-то, да. Когда мы говорим... Это термин конфронтации. Совершенно как верно. Ты только сказал слово «друг», и сразу начинаешь понимать, а друг, значит, есть какой-то враг. Говоришь «враг», а ну, вроде «друг». Да. То есть уже то эти есть делимитация получается. Термины, они уже предполагают раскол. Так вот, я предпочитаю слово «партнерство». Да, хорошо. Потому что на протяжении многих столетий это было тоже партнерство. И во многих областях. Сейчас это совсем другое приобрело значение, допустим. И характер. Не только это. Я хочу тебе сказать, что порядка нескольких тысяч сейчас уроженцев Турции живут в Республике Молдова. Работают, трудятся, создали здесь семьи. То есть идет процесс микста, понимаешь? А наши, одновременно, особенно с юга одновременно. Почему только с юга? Нет. С юга очень много поверь в Турции. Мне, поверь мне, что не только с я юга. Я в Стамбуле был, встречал наших с юга, очень многих. Я еще раз говорю, не только с юга. Мы говорим о нашей стране, о Республике Молдова. Нет, можно назвать говорим, очень многих... Скажем вот, так, в целом. И страны многие, не только на запад и не только на восток, но и на юг. Сейчас уменьшилось это количество, оно было гораздо больше в 90-е годы. Тем не менее. Тогда была Турция гораздо привлекательнее в качестве источника получения средств. И рабочих мест. Совершенно верно. Сейчас гораздо меньше, но я хочу тебе сказать, что порядка 15-20 тысяч граждан Молдовы проживает сейчас. Турции. Это ты как посол в Турции, ты со всей ответственностью. Да, я не говорю как экс и не говорю как бывший, потому что в других странах считается так. Бывших не бывает. Если ты был, что значит был послом? Все, 4 года отработал, ты для них на все времена. Я по китайцам сужу. То же самое. То же ты самое. Душу отдал там? Да. Положил кусочек? Не только душу, я тебе хочу сказать. Трудов сколько положил? Да, здесь очень много интересных вещей, которые, о которых мы можем говорить, и которые имеют и практическое применение, практическое приложение. Я помню просто-напросто начало 90-х годов, вот, когда из Министерства иностранных дел я курировал Турцию. Вот, и, по сути дела, и договора, которые были подписаны в 94-м году, в июне месяце, при первом визите президента Сулеймана Демирели, вот, тогда наше управление готовило все эти документы. Мы говорили об объеме торговли между Молдовой и Турцией придет в пределах 90 тысяч долларов. Сейчас мы говорим о миллионах. Ну что? Понимаешь? На этой ноте подходит наша передача к концу. Что бы ты хотел сказать два слова нашим соотечественникам? Мира и благополучия. Это самое главное, что нужно нам. Мир и благополучие. Это звучит типа «Салям алейкум», да? «Салям алейкум» — это значит тебе, точно... «Ваш тебе привет от Бога». Ага. Будь благословен. Да, благословен Богом, да. Ну что, на этой прекрасной ноте... Спасибо. Мы прощаемся. Очень быстро прошло. И ждем тебя у нас. Ты как-то сказал, что-то типа я зачастил, не зачастил.
у тебя есть еще многое, что сказать нашим телезрителям. Мы всегда с удовольствием тебя видим на нашем телеэкране. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Дорогие соотечественники, вот и закончилась наша очередная беседа с Виктором Цвергуном. Человек, который облазил, ну я не знаю, все, не все, но основные, очевидно, архивы Турецкой империи он посетил. Его интересовало все время взаимоотношения, история взаимоотношений между нашими странами и нашими народами. Он был послом, но вы чтоб знали, послы, как и разведчики, бывшими не бывают, это уже пожизненно. Через него проходит очень много связей, очень много деловых контактов, очень много конкретных и очень полезных дел для нашей страны и для турецкой стороны. Мы должны знать, что от кого ты никуда не денешься, иногда можно сбежать от родни, можно сбежать, я не знаю, от начальства, можно, Бог знает от кого, от кредитора сбежать. Но от соседей, от соседа ты никуда не убежишь. Потому что куда бы ты ни прибежал, везде у тебя будет сосед. Тем более такой сосед, как Турция, страна, с которыми нас связывают столетия очень сложных, очень непростых, но очень плодотворных взаимоотношений. За сим кланяюсь, вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич.